Добро пожаловать на канал о криптовалютах NeoLife. Всех приветствую и сегодня я хочу поговорить о новостях. Так, основатель Telegram Павел Дуров потратил 200 тысяч долларов в тонн для розыгрыша премиум подписок. И в честь новой функции он разыграет 10 тысяч премиум подписок для подписчиков своего канала. И уже через неделю 10 тысяч случайных подписчиков моего канала, говорит он, получит подписку Telegram премиум на 6 месяцев. И я уже внес предоплату на эту раздачу на сумму 200 тысяч долларов в тонн, написал Дуров в своем канале. До днях Дуров высказался по поводу успеха блокчейна Тон, который недавно установил мировой рекорд по скорости транзакций. И основатель Telegram заявил, что компания сделала правильно, выбрав Тон в качестве блокчейн-платформы Telegram. Ранее Дуров рассказал, что выкупил часть облигаций для финансирования дальнейшего роста социальной сети и признался, что держит на своих крипто-счетах биткоины и токены Тон. Еще одна новость: Avalab сократила штат сотрудников на 12%. Компания Avalabs, разрабатывавшая блокчейн Avalanche, сообщила, что вылила 12% своих сотрудников из-за медвежьего тренда на рынке криптовалют. Это поможет компании более грамотно распределиться ресурсы. А основатель и генеральный директор Avalabs заявил, что сокращение штата компании позволит направить необходимые ресурсы на развитие экосистемы Avalanche. На медвежьих рынках сложно ориентироваться, и мы задействуем этот потенциал для развития экосистемы Avalanche на долгие годы вперед. В июне этого года Avalabs интегрировала чат-бот на основе искусственного интеллекта AVGPT а вот на своей платформе Core, чтобы обеспечить разработчиков необходимой информацией и доступом к исходным данным. А ранее гендиректор Avalabs признал законодателей как можно скорее разработать законы для регулирования блокчейна и токенизации активов. Также еще одна новость – SEC не удается заполнить все вакантные должности криптоэкспертов. И согласно отчету офиса генерального директора инспектора СЭК, ведомство испытывает трудности с наймом криптоэкспертов. Кандидаты просто не хотят продавать свои цифровые активы, чтобы получить государственную должность. Все квалифицированные кандидаты владеют криптовалютами, которые, как определило управление по этике СЭК, запрещают им работать над конкретными вопросами, затрагивающими область цифровых активов и этот запрет стал препятствием для процедуры добора персонала, поскольку кандидаты не желают продавать свои криптовалюты для работы в SEC. Также еще одна новость – Ripple Payments, а бывшее название ODL, где используется XRP, теперь охватывает более 70 рынков. И это является частью усилий компании Ripple по оптимизации эффективности трансграничных платежей с использованием технологии блокчейн. Рост Ripple происходит в то время, когда более 80% лидеров индустрии стремятся интегрировать цифровые активы в свою деятельность. А Ripple Payment стремится облегчить этот переход, предлагая решение с поддержкой блокчейна для оптимизации трансграничных платежей. Расширение сети, о котором было подробно рассказано на конференции Ripple Swell, демонстрирует стремление компании адаптироваться и реагировать на платежные потребности бизнеса в различных регионах и валютах. И Ripple уже получила для работы необходимые разрешения регулирующих органов, включая лицензии на перевод денег в различных юрисдикциях США и зеленый свет от валютного управления Сингапура. Теперь клиенты могут получить доступ к глобальному охоту платежей на более чем 70 рынков посредством единого процесса регистрации. Компания Ripple заключила партнерство с финтекс-компанией Anafric, чтобы открыть новые коридоры денежных переводов между Африкой и Советом сотрудничества стран Персидского залива Великобритании и Австралии, и партнерство использует технологию Ripple Payments для решения распространенных проблем разграничных платежей, таких как задержки переводов и высокие затраты что потенциально может улучшить процесс денежных переводов во всей Африке. В свою очередь, Анафрик планирует использовать технологию Ripple для подключения своей обширной сети, которая включает более 500 миллионов мобильных кошельков по всей Африке. Это сотрудничество призвано обеспечить более эффективные и менее дорогие денежные переводы и бизнес-платежи в 27 странах сети Анафрик. Также еще одна новость. Если вы азартный человек, то на платформе Magnetic, построенной на XRP Ledger, в разделе «Кости» можно играть на XRP и токены XRP Ledger, Делать ставки больше или меньше. И минимальная ставка 2 XRP. Напомню, что помимо того, что можно выиграть от ставки, здесь еще есть и джекпот. Для этого нужно, чтобы вам выпало число 77,77. ,77. И независимо от того, выиграет ваша ставка или проиграет, вы получаете весь выигрыш. Джекпот уже составляет эквивалент более 1900 XRP. В самом XRP более 1330. В токене MAC примерно 374 XRP. В токене XGO 90 XRP токене XWAR 41 XRP и так далее. И чтобы получить весь джекпот, заранее нужно установить линии доверия на те токены, которые есть в джекпоте. Так как бывало, что люди выигрывали джекпот, получали свои XRP, а вот те токены, на которых у них не было линии доверия, они не получили. Повысить шанс на выигрыш в кости можно, храня NFT от платформы Magnetic. Следует помнить, что максимальный бонус от них не может превышать 2,9%. Также сыграно уже более 10 тысяч игр, и борьба за джекпот становится жаркой. Джекпот уже выиграли 6 раз, в том числе товарищи из нашего сообщества XRP. И помимо того, что здесь можно выиграть джекпот, ставка каждого XRP в кости дает 3 очка еще на турнире, который сейчас проходит и до конца которого осталось примерно 10 дней. В данном турнире можно выигрывать хорошие призы в XRP, а также NFT Magnetic Girls для получения увеличенных наград от майнинга на платформе Magnetic. Все ссылки будут в описании к видео. Также еще одна новость, капиталист Черный Лебедь пишет, мне нравится XRP, потому что он представляет собой технологический прогресс, как никто другой. Уникальное сочетание протокола, технологии и токеномики действительно отличает его от остального криптомира. И я считаю, что учреждения намеренно смешивали новаторские технологии с другими меньшими альтернативами, чтобы они могли создать массу замешательства победителей и проигравших, вводящие в заблуждение инвесторов и даже скрывающие истинное повествование и потенциал XRP посредством основных новостей и их исключительная фиксация внимания на эфириум и биткоине. И находясь за закрытыми дверями, те же самые учреждения, которые пытались остановить компанию Ripple на своем пути с фиктивным иском SEC и препятствуя всем продажам XRP, они пытались использовать в качестве оружия ту же самую революционную технологию и даже воспроизвести ее, но в конечном итоге потерпели неудачу. Отсюда и отложенный судебный процесс, чтобы выиграть время. И это потому, что XRP это больше, чем просто криптовалюта. Это универсальная и цельная валюта, а также противоядя от жаждущей власти банковской элиты, которая стремится манипулировать миром и объединять его с помощью коррумпированной долговой модели. И как я уже говорил снова и снова, XRP ⁇ это решение для обеспечения равных правил игры в многополярном мире, поскольку он предлагает правительствам и финансовым учреждениям возможность совершать транзакции, не используя доллар США. Система, основанная на долге, всегда была разработана для порабощения народов и наций иностранных правительств с помощью доллара, который ничем не подкреплен с тех пор, как коррумпированный президент Никсон отменил доллар от золотого стандарта. И цель сейчас возвращать нас к золотому стандарту с использованием технологии блокчейн. Итак, в заключение этого сообщения я хочу, чтобы люди поняли, что XRP это мощный инструмент для более справедливого финансового будущего. И именно поэтому он охватывает мир и медленно набирает обороты как стандарт. XRP это стандарт. Спасибо за внимание, я надеюсь вам нравится мое видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока.